Запоминающиеся образы, креативный подход, разнообразие форм и содержания – все это можно было проследить в работах польских художников, представивших свои картины в Брестском выставочном зале на Советской. Молодые люди-студенты мастерской профессора Станислава Бая и доктора Аркадиуша Карапуды приехали в город над Бугом показать себя и посмотреть на других, на брестских сверстников, увлекающихся искусством, взять пару уроков у маститых художников. Если у человека есть дар от Бога, и кто-то смог его рассмотреть, ему повезло. Нам повезло определенно. Потому что встретился такой художник, профессионал, как Станислав Бай. Не только для меня, для нас всех, студентов Академии, важна презентация работ. Это возможность продемонстрировать свое искусство, заразить им других. Несмотря на молодой возраст начинающих художников, идеи и замыслы, воплощенные ими на картинах, далеко не наивны и непросты. Встречаются серьезные сюжеты, заставляющие поразмышлять. Люди, меланхоличная природа, дома, улицы. Есть и ироничные. В этих картинах обыгрываются жизненные ситуации, столкновения интересов, отличие одного человека от другого. Среди направлений живописи можно было встретить спокойные пейзажи, яркие абстракции и портреты, поражающие воображение своей реалистичностью. Эти работы показывают, насколько студенты разные, отличаются течения художественного искусства, в которых они работают. На выставке студенческого творчества представлены работы самых различных направлений и стилей. Вы должны были это заметить. Несмотря на то, что ребята молоды, у них свой собственный, неповторимый мир. У каждого своя индивидуальность. Через картины они и высказывают свои эмоции и переживания. Выставка работ польских студентов в Бресте дала возможность окунуться в искусство, получить приятные эмоции, поразмышлять и пофилософствовать. Одним словом, провести время с пользой. Гости экспозиции тепло встретили молодых людей, оценили их творчество и креатив, отметили глубину мысли каждой работы. Это выставка молодых талантов, которые, ну, как любой молодой человек, наверное, смотрят на жизнь немножко проще, чем взрослые. Поэтому и отражают они этот мир вот в этих картинах, в этих образах, достаточно доступных. Мы должны делать промоцию разных видов польской культуры. И это каждый консул, который работает в любой стране, это делает. Для меня это не только работа. Как сказал известный французский писатель Дени Дидро, искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Студенты мастерской профессора Станислава Бая сумели это сделать. Подтверждение этому картины, составившие довольно необычную и яркую экспозицию. Можно быть уверенными, эти ребята продолжат свой творческий путь и в будущем не раз удивят брестскую публику.